Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В субботу в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой снег, 0-2 градуса днем, ночью 2-4 ниже 0. Ветер западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде снега, 0 градусов днем, ночью 2 ниже 0. Западный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо и снег, днем минус 1, ночью минус 3 градуса, ветер западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и небольшой снег, минус 2 градуса в дневное время, ночью минус 4. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.